Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» приняли участие в открытии традиционной патриотической выставки в Барвихинской средней школе. Она посвящена 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. После торжественной церемонии открытия основной экспозиции гости вместе с первоклассниками и волонтерами школы ознакомились с проектом «Невский проспект» и посетили Центр поиска пропавших родственников в годы Великой Отечественной войны.